Tatars are everywhere. Do not disembark here. We must sail on. Tower on that island will fill us full of holes if we do not move fast. Hold your fire and rush past it. We cannot continue by boat. Rugged rocks block the river. We will have to disembark here and continue on foot. Tatar set fire to our home village and drove us out. We will help you set up a camp. Just avenge our fallen brothers and sisters, Ермак. Приказ? Правильно, дровосек. Tatars raid Russian villages. If you men want warm fire and hot food in your bellies, come and burn the Tatar camps and their cursed fortress. Дровосек. Здравствуйте. Строитель. 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 Готово. Строитель. We need your help immediately. The Tatars are besieging our settlement. Здравствуйте, дровосек. Здравствуйте, дровосек. Строитель, строитель. Готово. Строитель. 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 Готов. Правильно. Приказ, фермер.
Что? Приказ? Здравствуйте, фермер. Что? Фермер. Готово, фермер. Здравствуйте, фермер. Tatar attacks on Russian homes will not end until we burn their camp to the ground. Приказ. Дровосек. Приказ? Строитель. Что? Добытчик. Red and wood for our protectors. Готово. Добытчик. Приказ? Добытчик. Что? Добытчик. Здравствуйте, добытчик. Строитель. Готово. Help! The Tatars are attacking our settlement! Приказ? Добытчик. Готово. Фермер. Здравствуйте, фермер. Здравствуйте, фермер. Что? Фермер. Готово. Фермер. Что? Фермер.
Bread and wood for our protectors. Дровосек. Приказ? Дровосек. Приказ? Дровосек. Здравствуйте, дровосек. Готово. Что? Строитель. Приказ? Здравствуйте. Что? Строитель. Что? Добытчик. Добытчик. Здравствуйте, добытчик. Приказ? Добытчик. Bread and wood for our protectors. Thank you.
The Tatars are attacking our settlement! Будет сделано. Help! The Tatars are attacking our settlement! Готов. Здравствуйте. Готов. Строитель. Что? Фермер.
Что? Bread and wood for our protectors. Готов. Здравствуйте. Строитель. 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 Что? Строитель. Здравствуйте. Делаю. Bread and wood for our protectors. Help! The Tatars are attacking our settlement.
что? Да. Готово. Строитель. 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 Bread and wood for our protectors. Приказ? Строитель. Строить, строитель. Строить, строитель. Готов. Да. Что будет сделано? Приказ? Сделаю. Что? Да. Готов. Сделаю. Что? Приказ? Готов. Атака. Здравствуйте. Строитель. Бой. Да. В атаку. Бой. Bread and wood for our protectors. Приказ будет сделаю. Да. Бой. Да. Да. Бой. Да. Бой.
атаку! Да! Будет сделано! Сделаю! Будет сделано! В атаку! В бой! Сделаю. Что? Да. В атаку! Будет сделано. Сделаю. Да. Будет сделано. Приказ? Дровосек. Готов? Да. Сделано. Готов. Приказ? Что? Готов. Приказ? Red and wood for our protectors. Готов. Сделаю. Приказ? Да. Будет сделано. Да. Будет, да. Будет сделано. Сделаю. Будет сделано. Да. Будет сделано. Что? Сделаю. Да. Сделаю. Приказ? Будет сделано. Что? Сделаю. Готов.
Да, сделаю, да. Будет сделано. Приказ? Сделаю. Будет сделано. Да, в атаку. Да, в атаку. Да. Сделаю. Да. Будет сделаю. Да. Будет сделаю. Да. Сделаю. Готов. Да, будет сделано. Приказ? Сделаю. Будет сделано. В атаку! Да! В атаку! Бой! В атаку! Бой! Да! Сделаю! Будет сделано! Да! Сделаю! Что? Будет сделан. В бой! Да! В атаку! Сделаю! Будет сделано! Готов! Приказ? Сделаю. Готов? Да. Приказ? Будет сделано. Что? Приказ? Что? Сделаю. Будет сделано. Да. Будет сделано. Сделаю. Да. Сделаю. Будет сделано. The Tatar fortress is in the middle. But do not be disheartened. Fight well, and tonight we will sing songs in the hall of the Tatar. В атаку. Да. Сделаю. Бой. Будет сделано. Сделан, сделаю. Да. Готов. Да. Что? Будет сделано. Приказ. В бой. Готов. Приказ?
Да. Будет сделано, да. Приказ. Да. Что? Red and blue for our protectors. Сделаю. Да. Будет сделано. Да. Да. Будет сделано. В атаку. Готов. Бой. We have conquered Siberia for Mazarin. The Cossack victory was fatal for the Tatars. Kuchum Khan lost not only his fortress to the Russians, but also many of his followers in battle, underestimating the power of modern gunpowder weapons. Most of Kuchum's warriors fell victim to the muskets and cannons of the Cossacks. Kuchum himself escaped, but the Khanate of Sibir, the last noteworthy successor of the Golden Horde, fell apart without him, and Russia annexed most of its territory. Shortly after his triumph, Yermak fell into the hands of marauding Tatars and was killed. Nevertheless, he and his Cossacks were integral to establishing the Russian Tsardom as an aggressive imperial power east of the Urals.